Принц Гарри и Меган Маркл на днях прилетели в Марокко, свой последний совместный тур перед рождением первенца. Супруги уже успели посетить ряд ответственных мероприятий, встретились с наследным принцем Марокко Малай Хасаном, почтили своим присутствием прием британского посла, а также побывали в городе Асне. Накануне герцогиня Сассекская с мужем приехала в женский пансион. Там она прошла традиционный марокканский обряд для беременных. На левую руку Меган нанесли специальный рисунок – мехенди, который будет сохраняться в течение нескольких дней. Фотографам удалось запечатлеть временную татуировку Маркл. К слову, все учащиеся пансиона остались в восторге от герцогини. В учебном заведении Маркл появилась в джинсах, блейзере, надетом поверх свитера, и удобной обуви на плоской подошве. Она впервые за долгое время отказалась от каблуков во время публичного мероприятия. После того, как Гарри с супругой обсудили основные проблемы образования в стране, они вышли во двор пансиона, где посмотрели игру двух дворовых футбольных команд. Меган и Гарри вели себя на встрече довольно неформально, держались за руки и не скрывали нежных чувств. Такое поведение, кстати, не очень одобряет Елизавета II. Говорят, что она собирается запретить Гарри и Меган так открыто демонстрировать личные отношения на публике.